Эпилепсия. А куда моя вся рисованная фигня? А вот они, они. Что за фигня сейчас творится-то? Ладно, так, продолжаем снимать. Ах ты ж гад... Ах ты ж гадина! Сейчас ты получишь! Всем здравствуйте! А вы кто такая? Я не могу долго объяснять, у меня мало времени, я из прошлого. Я из прошлого, из миллион лет назад. Короче, меня зовут Лида. Тьфу, ты не Лида, Лада меня зовут, да-да-да, Лада. Лада, объясняй все. Короче, у меня для вас очень важная новость. Вашу подругу Мяту украли. Вот вашу подругу украли, ее украл Лорд Часов. Вот. Кто это такой? О нет, у меня нет времени! Она ушла, кто такой Лорд Часов? Ну и кто такой Лорд Часов? Не знаю, ребята. Кто это такой? У меня просто там сестра с работы пришла. Блин, она сюда идет! А кто такой Лорд Часов? Да вообще без понятия. Шкаф, ты знаешь, кто это такой? Вот, видели? Все, она умолчала. Я знаю, да. Ну, я с ним был знаком, у нас были кое-какие разборочки. Да ты мне уже надоела! Так, хватит ли я тебя сейчас передразнивать начну? Все, ты достала меня.